В этом году на капитальный ремонт в Люберецком районе потратят 485 миллионов рублей. Он затронет 122 дома. В некоторых из них предстоит провести комплексные работы. Обновят фасады и фундаменты системы отопления и водоснабжения. Более того, уже сейчас в некоторых домах подходит к концу ремонт кровель. То есть вы видите, вот тоже перед вами слайд кровли, мы должны закончить, которые были запланированы в 2015 году до конца июня, и они будут закончены. Вот здесь у нас сомнений никаких нету. И инженерные системы до 1 августа. Конкурс на проведение капремонта уже объявлен. Сейчас рассматриваются заявки от подрядчиков, которые готовы выполнить эти работы. Однако будут ли они сделаны на совесть? Такие опасения высказали в ходе форума представители домовых советов. Впрочем, в этом году жители сами смогут контролировать проведение капремонта. На акте проведения работ обязательно должна стоять подпись старшего по дому. Старший по дому должен реально визуально, хотя бы в том виде, как, насколько вот у него позволяет его знание, оценить качество проведенной работы. Если он считает, что работы выполнены качественно, он заверяет это своей подписью. И только после этого компания-подрядчик, которая выиграла аукцион, получает денежные средства за свою работу. В том случае, если представители Совета МКД откажутся ставить свою подпись, будет создана особая комиссия для дополнительной проверки качества проведенных работ. В ее состав войдут представители администрации, фонда капитального ремонта и других ведомств. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.